Привет! Это гелевый шарик. В общем, это опять мой влог. И я это еще не заснял, кстати, даже. Так, сейчас мы попробуем новый табачок. Называется Al-Jami. Со вкусом... Тут микс, короче, Ice Red Dragon. Сюда входит черника, ежевика, клубника. В общем, такой новенький. Не знаю, кто изготовитель. По-моему, германский. Германский табак. Судя по всему. Хотя нет, написано Объединенные Арабские Эмираты. Говорят, что похож на вкус макулы. Он пахнет жвачкой. По консистенции примерно напоминает альфа-кир. Машина была в гараж. Открыли гараж и назад. Ничего. Ничего прикольненькая такая. А 3, а 4? А? Что? А 3, а 4? А 3? 3. А 3? Да. Нормально. Вообще, что я... Даже лучше, чем А4. Что я нашел? Томас арендовал машину. Наконец-то нашел. Два дня мы ездили, смотрели, вот взяли аудюху. За сколько прайс? Сколько? 4000. Сутки? Да, каждый день. 4000 рублей сутки. Сутки? Это каждый день сутки? Да, сутки это 24 hours. Ну так, ну где? Где мы живем? Где будем? Типичная русский, да. Типичная русский кухня? Да. Или просто? Ну и что-нибудь вкусное. Не знаю, я как бы особо не этот, не притязательный в виде. Знаешь, я должен тебе брать вещи в старый город, уже в Питере, в старый город. Сейчас гонять? Сейчас, да, сейчас, давай. Сейчас, я. Там сгоняться. Батяк. Потому что ему захотелось истинно русской кухни. Супчик, борщик. Давай вот сюда. Карета. Томасу очень понравилась селедка под шубой. Знаешь, вот из мин селедка под шубой. Под шубой. Да, селедка и ты с фиш под шубой и ты с. Перевод, да. Типа под шубой. Я же снимаю видеоблог. Тебе потом на флешку скину. Ну, некачественно. Качественно. Да ладно. Вот, принесли тортики. Тарелку дать? Да, парочку тарелочек. Он снимается. Да, постоянно. Продуктор фильма. Да. Часа там. We'll be right back.
Да, дорогие друзья, что бы хотелось вам пожелать? Счастья, любви, здоровья, конечно же, семейного благополучия. В общем, лайкаем, подписываемся и все такое.